привет. Опять я, накануне окончания 2018 года. Скоро мы встречаем Новый год. Год свиньи. Очень хорошее название, но тем не менее это год, который я надеюсь сулить каждому из вас много впечатлений, много позитивных эмоций и еще больше достижений. В прошлом году каждый из вас, наверное, получал пожелания разного рода. Я надеюсь, что все это у вас сбылось. Но мне кажется, что у многих все-таки это из года в год проходит как традиция, где люди желают друг другу много всего, но смысла за этим всем стоит очень мало. Поэтому, ребята, я хочу вам всем пожелать в 2019 году, чтобы вы первый день в этом году стартовали с мыслей об конце, о том, чего вы хотите и чего вы ожидаете сами, потому что все желания не имеют никакого значения, пока вы сами не понимаете и не знаете, чего хочется. Я вас еще раз всех поздравляю. До скорого. Я уверен, что 2019 год будет полон позитивных эмоций. Мы будем на связи. Пока.